Игра «Капризная Марта». Ох, нелегкая у тебя задача. Помочь прекрасной принцессе Марте выбрать достойного жениха. Это игра на автоматизацию звука «Р». Весь контекст игры построен таким образом, что ребенку нужно большое количество раз произнести слова со звуком «Р». Настроек здесь особых нет. Главная задача – слушать, что хочет Марта, и выбирать только персонажей со звуком «Р». Пустит очень. Красивый? Тогда пусть подождет решение. Послание от виконта Людовика из Тулузы. Людовик из Тулузы нам не подойдет, потому что в его названии, да, нету звука «Р». Не тот жених. Письмо от победителя двух олимпиад Уве Свенсона. Не выбираем. На что только рассчитывал? Просьба о встрече от Абрама Рабиновича. Ну, Абрам со звуком «Р» выбираем. Ну что ж, пусть подождет. Подумаем. Письмо от Жана Поля Кимоно. Такой жених не подходит, потому что в его имени нету звука «Р». Его не позовем. Депеша от командира роты Рататуева Макара. А командир роты Рататуев Макар подходит, потому что насыщено его имя звуком «Р». Ну что ж, пусть подождет. Подумай. Первый. Письмо от Романа из Румынии. То есть свататься изволит. Первый этап – это перечень всех наших женихов, и мы выбираем только тех, у кого есть «Р» в имени. Красивый? Тогда пусть подождет решение. Письмо от Бернара Бормана из Веймера. Это еще нужно ребенку запомнить довольно сложное имя, да, которое курьер наш или кто-то, и что это за персонаж, да, слуга называет, запомнить, повторить, произнести, а возможно и составить предложение, что Марта выбирает этого жениха, потому что его зовут вот таким именем. А что? Может и понравится. Следующий этап. Тур второй. Комплименты. Ах, вы сегодня изумительно выглядите. Вот такой комплимент. Изумительно выглядите. Не принимаем, потому что нету звука «Р». Охрана! Роскошная Марта. Я сражен и очарован. Смотрите, роскошная Марта. Я очарован. Марте понравился такой комплимент, потому что много звуков «Р». Как ребенок запомнит, услышит эту конструкцию и повторит, ну, здесь мы уже будем думать, какому ребенку предлагать такую игру. Здесь довольно сложные имена. Хороший комплимент. Любезная принцесса, вы такая милашка. Ну и так далее. Здесь три тура, и каждый раз мы выбираем либо комплимент, либо персонажа, у которого имя или же слова насыщены звуком «Р».